Двое подростков, плавая на матрасе, заплыли за буйки. Ветром их уносит в открытое море. Призыв о помощи услышали спасатели. Они выдвинулись в сторону пострадавших на катере. Это одна из легенд учений, которые провели спасатели и инспекторы ГИМС. Пострадавших вытаскивают на берег, оказывают первую доврачебную помощь. Действие происходит на городском пляже. Трагических случаев в этом и прошлом году здесь не было. К купальному сезону подготовились тщательно, чего не скажешь о других береговых зонах. Большинство трагедий происходит на так называемых диких пляжах. Как вы видите, это городской пляж. Он оборудован буйками, спасательной службой. Водолазное обследование дна проведено. Квалификация спасательной службы подтверждается ежегодно. То есть здесь у нас особых таких проблем не происходит. Основные наши проблемы происходят в зоне Караманов и южной стороне, поселок Манас, где сосредоточены несанкционированные водные объекты. До окончания купального сезона меньше месяца, так что проблема все еще остается актуальной. 23 человека погибли, 7 из них дети. Тем временем на счету спасателей МЧС 50 спасенных жизней. Анализ большинства ситуаций показывает, что самоуверенные отдыхающие нередко пренебрегают мерами предосторожности. Море ошибок не прощает, и зачастую именно безответственное поведение на воде становится причиной трагедии. Ряд причин могу сказать. Несколько случаев, вот уже на моей практике было, это в алкогольном опьянении были. Взрослые люди несколько раз заходили, мы их вытаскивали, они там с нами чуть ли не драться начинали. Ну, они говорят, нет, мы не тонем, когда заходят, там уже захлебываться начинают, мы их опять вытаскиваем. Нередко бывает, дети, родители без присмотра оставят своих в гаджетах или еще где-нибудь уйдут. И их ребенок волной потихоньку начинает затаскивать. Так, несоблюдение элементарных правил поведения во время купания приводит к непоправимым последствиям. Спасение утопающих остается делом рук самих утопающих, если поблизости нет спасателей. Как правильно вести себя в экстренных ситуациях и оказывать первую помощь, должен знать каждый. Поэтому сотрудники МЧС в рамках своего очередного профилактического рейда напомнили основные правила, которые помогут людям быть на плаву, а значит, остаться в живых. Курбан Рагимов, Муса Салгереев, телеканал ННТ, Махачкала.